Этот турнир ежегодно уже почти 40 лет собирает более сотни борцов со всей Сибири. Приезжают в Ленинск-Кузнецкий они не только, чтобы показать свои силы на ковре, но и таким образом почтить память дважды Героя Советского Союза Афанасия Шилина. Разрешите мне от имени администрации нашего города приветствовать в нашем городе участников турнира. Стало традицией, вот уже 39-й год, само празднование Дня Победы, великой даты победы нашей Родины в Великой Отечественной войне, проводить турнир памяти дважды героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина. В этом году турнир можно назвать уникальным. Впервые в нем принимает участие девочка. Ангелина Первухина 4 года занималась греко-римской борьбой в Казахстане, а сейчас 3 месяца тренируется на базе 4-й спортивной школы. Какими качествами нужно обладать девушке, чтобы победить мальчишку? Сила воли, наверное. Уметь побеждать, не сдаваться. Для соперников мальчишек Ангелина припасла фирменный прием. Мне нравится кочерга, вот. От нее не защищаются почему-то. Юная спортсменка без особого труда вышла в финал. И во второй день соревнований встретилась со своим основным соперником Сергеем Тевсом. В этой схватке Ангелина завоевала первое место и золотую медаль. Такой же результат в своих весовых и возрастных категориях показали еще два ленинск-кузнецких борца – Роман Безугла и Влад Романовский. Еще 5 ленинск-кузнечан в турнире завоевали серебряные медали и 10 бронзовые награды.